Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и давайте мы подведем с вами итоги нашего еженедельного конкурса на пушки CS:GO. Сразу небольшая ремарка о том, почему там видео не было, потому что конец месяца, и начало месяца у меня очень заняты, в связи с тем, что я делаю планы на работе, планы на следующий месяц, поэтому очень-очень мало времени. Итак, что ж, скажу так, что условия не все соблюдали. Вот тут вот пишут, что там я участвую. Вот это я участвую. Я сказал писать в комментарии к видео на Ютубе. На Ютубе, а не тут. Поэтому в следующий раз пишите на Ютубе комментарий. И как я буду проверять, написали ли вы на Ютубе или нет комментарий, или поставили лайк. Из числа тех, кого выберет рандомный сайт, я буду просить данных людей написать под случайным видео, в моем случайном видео, комментарии или там, ну, что угодно. И впоследствии я просто буду заходить на этот профиль и смотреть, да, реально вы поставили лайк, и да, реально вы под тем видео писали комментарии с вашим айдишником. Поэтому, дорогие друзья, в следующий раз учитывайте все условия. Ну, а что ж, поехали. Пора нам уже разыгрывать пушки CS:GO. Так, мешает мне это хрень. И в розыгрыше сегодня конкурса будут участвовать следующие пушки, а именно АВП «Скоростной зверь». Шикарная вещь. Потом АК-47 «Аквамариновая месть». Потом старт, «Бог червей» АВП. То есть АВП у нас много в этот раз. USP «Орион». Потом «Хамелеон» и М4А4 «Злобный Дайме». Начнем с самого, грубо говоря, не дешевого, а 74 рубля деньги большие. Начнем, с самого низкого. Итак, я беру ссылочку, вставляю в рандомизер, наименование приза, копировать вот эту вот шляпу не хочу, просто наберу один, или давайте попробуем. Так, количество призов 1, и поехали, определяем первого нашего победителя. Таран-та-дан, и им стал Денис Данкеев. Денис Данкеев подписан, репостик есть, и он у нас из Луганска, он у нас получает М4А4. Так, поехали дальше. Хамелеон. Дальше выбираем Хамелеон. Ссылочка. Подпишем, что он выиграл. Так, количество призов 1. И определяем следующего победителя, который должен... Который, в общем... Хамелеон. И он подписан. Репосты есть. Аж... его туча штук. Это, короче, список всех, кто поделился. Так, секундочку, что за шляпа? Ага, то есть кто-то делится несколько раз, и тем самым свои шансы-то увеличивает. Вот, допустим, Максим Шевелев. Раз, два, сделал 3 репроста. Красавчик. К сожалению, таким я не буду давать ничего. Я думаю, что это справедливо. Один репост должен быть. И поехали дальше. Илья Глазков. Хамелеон. Проверяем, есть ли один единственный репост. И он есть. И, в принципе, Илья Глазков у нас получает Хамелеон. Поехали дальше. USP Орион. Чистота эксперимента. Мы будем закрывать. То есть вот так вот, дорогие друзья, некоторые делают. Я вот не знаю, как они так делают, но это как-то, знаете, нечестно, мне кажется. То есть даже если бы вы участвовали там в конкурсе на хрен знает какую-нибудь машину, еще что-нибудь, то вы бы вряд ли
получили свой приз. Ну, тут смотрите, один репост, одна подписка. Ой, подписка. Блять. Ну, есть подписка, вижу подписку. Вадим Иванов у нас получает, собственно, Орион. Поехали дальше. Бог червей. Будем переходить к самому... самому дорогому из нашего конкурса. И он выигрывает у нас Роман Полубояринов. Полубояринов выигрывает у нас. Репосты есть. Опять два репоста. Ни хрена он не выигрывает, потому что он обманщик. Так, поехали дальше. Кирилл Кононенко. Ну, как бы вы поняли, что это логично, если человек делает несколько репостов, то значит, что вот опять два репоста. Ну, что это такое, божечки? Еще раз. То есть, чем делает больше репостов, тем больше шанс, что он выиграет. И они такие, ну, просекли, видимо, фишку. Но это вот тут вижу один репост. Мурат Речапов. Один репост, подписка, он получает у нас... Ой, бог червей. Ну что ж, поехали дальше. Аквамариновая месть. Аквамариновая месть. Ссылку на конкурс, приз один. И добавляем. И определяем победителя. Им стал... Сейчас проверим, точно ли он стал. Есть ли у него репосты. Он очень много участвует в конкурсах репостов. Ну, в этом нет ничего такого. Им стал Андрей Красильников. Он у нас получает подписка на сообщество. Подписка есть. Он у нас получает АК-47, аквамариновая месть и АВП-скоростной зверь. АВП-скоростной зверь. Последняя супер-мега-пушка. И определяем последнего победителя. И им стал... Парам-папам. Сейчас точно сделали он репост. Репост есть. Подписка есть. Рома Хрычев. Он у нас получает АВП скоростной зверь. Что ж, дорогие друзья, вот этим людям я буду писать ВКонтакте. То есть розыгрыш пух 5. Я не помню уж номер. И я вам напишу обязательно. Вам от вас попрошу ссылку на обмен, и после чего уже можно сказать, отправлю вам пушку. Поэтому ссылку на обмен, и чтобы она не была приватной, то есть смотреть, чтобы инвентарь был открыт. Ну что ж, поехали дальше, поехали выигрывать новые пушки на сайте CSGO Happy. Итак, дорогие друзья, я на сайте CSGO Happy, на котором мы будем разыгрывать следующие пушки для наших в целом розыгрышей. Итак, что ж, поехали. Условия конкурса следующие. Поставить лайк, написать под видео комментарий, что вы участвуете в конкурсе. И ссылку на ваше ВКонтакте, из которого вы сделали, будете делать репост. Ну и сделать репост. Что ж, все просто. Ну что ж, поехали. Начнем, я не знаю, с какого-нибудь армейского. Открыть кейс и посмотрим, что нам выпадет. Я как бы не знаток, но в деньгах я понимаю, по крайней мере могу. Так, 6 рублей, то есть мы вот просрали сейчас 50 рублей. Что ж, забрать? Блин, что-то не везет случайным. Давайте, я не знаю, в запрещенном хотя бы попробуем что-нибудь выиграть. Так, открыть кейс, давайте. Так, и... О, прикольно выглядит. Стоит ли он так же прикольно? Нет, стоит он не так же прикольно, как выглядит, к сожалению. Но пока что я в минусе. Ну, может быть, потом. Так, игл. И это у нас... Ну вот, вот, уже достойная вещь для... розыгрыш. Поехали дальше. Похрен, нажму забрать. Не знаю, что это.
Так, а что у меня баланс-то? Нет, баланс меняется. Так, ну, поехали дальше, запрещенное купим. Так, открыть кейс и... Что интересно там было такое странное, и то, что мне определил, это очень странно. Посмотрим. Так, и АВПшечка. АВПшечка в этот раз, и такая охрененная АВПшечка. Надо, кстати, обновлять, потому что у меня почему-то, мне кажется, баланс неправильно считывает. Ну и давайте открывать самое вкусненькое, напоследочек. А, случайно оставим. Тут появились ножи, или они тут были, хер его знает, но пока у меня еще удача не улыбалась мне и выпала, ну вот слушайте, почти, пока в минусе, посмотрим, что будет дальше. И... Забрать, и давайте дальше. Что-то странно, он как-то не определяет вещи, которую выигрываю. Это очень странно. Сайрекс. Сайрекс, черт возьми. Это очень круто. Это очень круто. Так, и все ли деньги я истратил, да? А, нет, не все. То есть, ну, давайте еще раз. Случайно, раз оно не сработало, то... Мы должны уже сейчас-то точно попытать удачу, потому что она в тот раз не сработала. Так, так, так. И... Эх, почти ВП, но, к сожалению, какой-то милый коллаж. Так, и точно, точно все. Так, да, и, ну, я думаю, теперь уж точно мы выиграли 6 пух, которые дальше будем получать в Стиме. Поехали в Стим. А Стим у меня вот тут. Предложение обмена. Ну, кстати, вот они. Вот это точно было. Так, давайте получать вещи, которые мы с вами сейчас только что выиграли. Как закончу, возобновлю запись. Итак, дорогие друзья, я получил, в принципе, все пушки, которые хотел. Итак, в следующем розыгрыше у нас участвует CZ-75 авто, Тигр. 26 рублей, которые стоят, не очень дорого. М4А4 пустынная атака, 115 рублей. М4А1 Сайрекс, 1500 рублей. АК-47 Ягуар, ну, достойно. АВП электрический улей, тоже 700 рублей, тоже достойно. И единственный Игл, буря на закате, еще какой-то иероглиф китайский, 400 охрененных рублей. Итак, итого сумма розыгрыша, ну, 20 рублей не считаем. 400, 700, это у нас 1100, 1800, плюс 1500, 3300 и 3400, то есть 3400 рублей сумма розыгрыша. Вам необходимо написать внизу под видео, под этим видео на YouTube, на YouTube, заметьте, комментарий, я участвую, ваш ID, ссылку на профиль, потом я буду проверять очень просто, просто возьму и попрошу вас с этого профиля написать куда-нибудь, тем самым я посмотрю, поставили ли вы лайк, то есть лайк под видео необходимо поставить, это еще одно условие, ну и сделать репост самого видео ВКонтакте в нашем паблике. В целом условия просты, дорогие друзья. Не надо мухлевать, как в этот раз многие делали. То есть по несколько раз репостили, тем самым увеличили свои шансы. Ну что ж, таким я вовремя это пресек. Потому что в тот раз такие люди побеждали, по-моему. Ну, в этот раз уже не будет. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Ну и до следующих розыгрышей. Всем пока.